Женская летняя одежда больших размеров, Ladies XXL называется данная позиция, категория крем. 20 размер указан, а тут получается 50 какой-то, 6-й, 4-й, не знаю. Так, марка Перуна. Еще одно платье большого размера, лот весит 15 килограмм. Вот вещи в отличном состоянии, без видимого износа. В основном тут размеры у нас 50, 52, 54 преобладают, вот такие размеры встречаются, также 48-е. Указан вот 18 размер, это соответствует 52-му российскому размеру. Далее марка Марк Спенсер, блузка большого размера, сейчас посмотрю бирку. 48-й указан европейский, это получается 54-й, примерно российский размер. Так, здесь 22-й указан. Состояние хорошее, без видимого износа, без пятен. Вот воротник показываю, да? Износа нет. Состояние хорошее. 42-й европейский, то есть получается, по идее, 48-й российский, но выглядит как будто побольше. Не знаю, может. А модель такая, фасон. 22-го размера юбка. Так, здесь у нас указан европейский 44-й. Футболка хэбэшная. А нет, платье даже соответствует российскому 50-му размеру. Брюки марки Марк Спенсер. Размер указан европейский 46-й. То есть это получается 52-й. Наш российский размер. Так, 22-го размера блузка. Здесь 24-й указан. Марка Джордж. Размер, по-моему, небольшой. 50-й всего лишь российский. Европейский указан 44-й. Так, это платье. Длинное. Размер здесь европейский 44-й. Это соответствует российскому 50-му размеру. Так, далее марка Next 16-й указан. Тоже примерно 50-й. Так, здесь 18-й размер на бирке. И тут, к сожалению, размер не указан. Это, оказывается, летние штаны очень большого размера. Так, здесь бирка срезана, к сожалению. 16-й размер, соответствует 50-му российскому. Платьишко небольшое. Так, марка New Look. Размер 22-й здесь. Тоненькая блузка. Юбка, кстати, маленького размера. К сожалению, бирок нет. Тут даже похоже на 46-й. Атмосфера. Так, европейский размер 48-й здесь указан. Соответствует 54-му российскому. Состояние отличное. Так, 22-й. Льняные женские брюки. Еще одно платье. Вискоза и эластан, по-моему, там в составе. Так, юбка. По поводу бронирования, пожалуйста, пишите Эльвире или звоните по номеру телефона 8 800 2007 127. Звонки бесплатные по всей России. 18 размер указан, это соответствует 52 российскому размеру. XL. Элька. Марка Перуна. Размер 44, то есть получается 50 российский размер. 60-х практически нет, очень мало. В основном вот как раз 50, 52, 54, 56 еще, да, бывает. Размер не указан. Платье еще одно, очень много платьев, блузок. 58-й европейский. Вот как раз-таки перед нами 64-го размера блузка. Российский 64-й. 26-й здесь указан. Так, 14-й. То есть примерно 48-й должен быть здесь российский размер. Все пуговицы на месте. Состояние хорошее. Элька.
16 размер соответствует российскому 50-му. 18 получается примерно 52-й бриджи. Напоминаю, что это Ladies XXL, Англия, категория крем. То есть летняя женская одежда больших размеров. 18 размер указан, соответствует 52-му российскому. Здесь вот тоже 18. Так, 2XL указан размер на этом платье. Размера, к сожалению, нет. Здесь бирка срезана. Футболка с длинными рукавами. 100% хлопок, а вот размер, а вот нашел элька, примерно 52-54 российские размеры. А Джордж, сорок четвертый размер указан европейский, соответствует российскому 50-му. Марка Папайя, размер 20-й. Так, новое платье с этикеткой. Это просто платок. Размер почему-то не указан. Ну, по-моему, 52-й, если не ошибаюсь. Марк Спенсер. И размер здесь у нас... Что-то не найду. А вот, нашел. 18-й, это соответствует 52-му российскому размеру. Марка New Look 24-й указан. Так, здесь у нас 18 размер, то есть получается 52 примерно российский. Юбка марки Марк Спенсер. Здесь размер 16 соответствует 50 российскому размеру. Еще одна юбка. И последняя вещь из этого мешка. 16 размер, получается российский 50. И на этом все.